Аншабуд, братья, Аншабуд. И сейчас уже, наверное, пятая программа Абдулловедения. Почему Абдулловедение? Потому что это наука, которую в школу будут преподавать, которую изучать будут. Это уже следующая ступень Абдулловирования развития. Это научная целая доктрина, то есть научная часть Абдулловирования, доказывающая его правду и справедливость. И сейчас я попробую ответить на вопросы, которые прислали нам. Вот это передозил 491 спрашивает и сказал, что будешь нещадно банить тех, кто оскорбляет нашу религию. Будешь ли это делать сам верных адептов до религии за малейшее случайное слово против Абдул-религии? Понимаете, если человек говорит против Абдул-религии, он автоматически перестает быть адептом этой религии и переквалифицируется в ранг Абдул-предателей. Он может предателем, он может быть кротом долго сидеть, но если он вот один раз это сказал, естественно, он перестает быть, естественно, подлежит каре Абдулова. И таких людей надо в первую очередь Абдул-религию освобождать, пока чистки еще не проводилось среди адептов. Ну, будет, естественно, скоро будет, когда мы все доделаем, систему Абдул-машину докрутим, и будет, как в 1937 году, чистка уже среди адептов. Уже. И это очень важно, вот как раз Абдул-предателей должны оказываться в первую очередь. Потому что, хотя, могу сказать, что пока еще ни один адепт не ушел, который что-то полезное сделал. Вообще еще ни одного адепта, собственно, не ушло. Были те, кто изначально гадости делал, были только засланные, которые долго сидели, терпели, и потом начинали писать, они что-то ждали, вот я им сейчас дам какие-то пароли, там что-то, какой-то доступ, сейчас им что-то про тебя расскажу, они вот сидели один месяц, два, и вот не удерживают уже. А те, кто снимает ролики, вот кто снимал ролики, ни один еще от изобумовирования ничего ни слова не сказал никогда. Естественно, мы все, они вот... Естественно, все мы изучаем, что где эти адепты пишут. Вот и крыс мы вычисляем очень быстро. Да. Вот, что в могиле Абдулова вытащим из как энергии генератор. Как вы можете говорить гадости о своем боксане, да еще и использовать его как энергоноситель? Разве он и станет карать вас? Идиотский вопрос, который человек просто не читал Бибаран. Это надо просто стыдно. Постыдились бы такую мерзость писать и тупость. То, что я делаю, то, что делаю эти ролики, то, что я исповедую Бибаран, это не моя воля, это Абдулову. Абдулов заставляет нас все это делать, что мы делаем. И вся ответственность на самом Абдулове и на зоне, который переписал этот Бибаран. Мы просто выполняем, что должны делать по нашей религии. И Абдулов сам приказал нам его чморить, можно так сказать. Потому что Абдулов это бога сатана, а не бог, который бог, он питался любовью людей к себе, а этот питается ненавистью. И когда мы его материн, мы показываем, какой он гад и сволочь, он только от этого круче становится, как его все ненавидят и смеется. Он все равно всем воздаст. Людям в Абдул-аду уже все идут на вечные пытки ада, и то, что мы говорим, мы наоборот только показываем, какой он злобный, и именно он единственный, кто может занять место бога сатаны, это усиливает величие. А так, это же так просто, он сам это, потому что это бога сатана и есть, вот он. Ага, вот. Вот, мне написали вот мэр Фред, и написал, что это он написал не про Снайзерка, да, это он написал на стене, но, естественно, это раньше знал. Естественно, я знал это, просто и даже говорил, собственно, об этом. Просто я в гугле «Бейте призрак Абдулова», да, «Бейте», действительно будут научные доказательства, как видели призрак на следующий день после смерти, как он вылез из ада, из могилы. Это все серьезно, на серьезном уровне. Что будет после того, как Абдул-верный захватил мир? Хороший вопрос, естественно, мы начнем строить компьютерные корабли гигантские, в черные, изучать Абдул-верный, отправлять туда людей. И у нас план вообще уничтожить Абдулова. Для этого что мы делаем? Мы строим космические корабли гигантские до Альфа-Центавра, чтобы мог долететь. Колоссальные усилия надо $3 миллиона вложить, и мы уже начинаем уже проекты строить, и мы там насадим, долетим до Альфа-Центавра, и там останки Господа старого. Мы их насадим, этот корабль, на щиток передний бампер. И как таран, и уже после этого полетим на грузе, на грузе. Куча адептов.
не будет, руководители на земле будут грехи отмаливать этих адептов, а вот их посадим и пошлем в черную дыру со световой скоростью на этом. И они протаранят вот этим остатком Господа защиту черного рая Абдулова и убьют вместе с собой массы, протаранят и убьют Абдулова, Бога Сатану, и свои жизни положат на добровольное убийство Бога Сатаны Абдулова. И тогда уже не будет никакого Абдулова, будет просто Абдулаверование. Мы сами уже будем живыми богами. Мы станем, когда мы уничтожим Бога Сатану, мы станем живыми богами, сами будем карать собственных вселенных создадим символов Бога Сатану помочь. И там уже будем сами пытать людей, но не знать, что мы делаем. И вот, и это бы ожидает вот, все, кто главные адепты, они останутся одни, и это будет из первых, из миллиона, первого миллиона адептов, которые вступили в Абдулаверование, он останется один, а всех там, а потом там, таких низкопробных, таких, так сказать, их адептами это, собственно, нельзя, ну, это крепостное, вот как вот загоняют в крепостное право, вот так вот у них, как бы побежденные народы, как бы, которые мы будем побеждать в войнах, мы их будем, вот так сказать, использовать. Ну как мы будем планировать, собственно, Японию освобождать, да, мы в космос их будем высылать. Ну так это, ну просто кто-то же, знаете, кто-то же должен это заняться, помочь уничтожить Абдулова. Потому что адепты, они сами не могут собой пожертвовать, главное, потому что они ученые, они читают, замаливают грехи, делают добро, исполняют дальше Абдулаверие по другим галактикам, а тот, кто не способен думать, работать, и вступил в Абдулаверие только там, чтобы как-то из страха Абдулова, они как бы все равно получат свою награду. Даже больше, чем сегодняшние адепты получают, потому что сегодняшние адепты получают кусок испыток, а те получат вообще никакого ада, потому что они убьют с собой себя и этот ад. И когда они умрут, убивая ад Абдулова, они получат смерть нормальную себе. Никакого ада не будет они, все, для них спокойствие, нирвана. Это тоже величайший дар, и они, конечно, думаю, многие адепты сами будут хотеть, но им нельзя позволять, потому что мне, чтобы это делать, чтобы дальше корабли строить там и прочее. И, слушай, это надо продумать очень досконально, там, сколько надо эти материи насадить, чтобы полететь, чтобы какими гвоздями прибить останки Господа старого, чтобы защитное поле могло протаранить защитные щиты от Абдулова в центре галактики, чтобы уничтожить. И даже что мы обсуждаем вариант убийства Бога Сатаны, Бога Сатана нас тоже заставляет это делать. Потому что он знает, что у нас само ничего не выйдет. И только это у него как бы будоражит такое, о, как ну, я знаю, что меня еще уничтожат, хотят, ха-ха-ха-ха-ха. Да так это самое меня ненавидит и прославляют, что злой действительно Бога Сатана. Вот она философия Абдулаверия, потому что это Абдулаверия, это все научно. Это не какой-то тупой бред, когда вот он, наверное, в космосе живет придурок какой-то, наоборот, давайте деньги несите его, все, иначе в ад, а то в рай. Тут все борется честно, никого не обманывается, никакого рая нет. Абдулов уничтожил рай и ад, и создал на Абдулове все идут ад. И конкретно место указано, где барани, где находится ад Абдулова, что там происходит. И как его избежать, и как пыток избежать. Избежать ад, тут нужно уничтожить этот ад вместе с Абдуловым. Или от пыток освободиться, вступив в Абдулаверование. А чем вы, братья? Да. Будет ли пришествие Абдулова? Это хороший вопрос. Оно будет. Естественно, будет. Мы пока точно естественно не можем вам назвать. Возможно, мы его наблюдаем прямо сейчас. Выходите по улицам и смотрите, вглядывайтесь в лица людей. Возможно, Абдулов уже ходит среди вас. Свою сатанинскую рожу вы знаете вот по гнилой коже, по длинным рукам, ногам и омерзению, а то, что вокруг него подыхают все коты и падают осетры замертво в полете. И это будет свидетельство, что мы увидели этого человека. Смотрите, вглядывайтесь в лица людей, прохожих на улицу. Он уже, возможно, ходит на земле. Или его клоны. Будьте осторожны с этим. Третье, что можно попросить, что у Бога Сатаны? Что можно попросить? Хороший вопрос, спросить можно все. И он вам в этой жизни все сделает. Почему? Не потому, что он добрый в этой
это жизнь вам что-то сделает. Потому что он понимает, что это жизнь, это ничтожество полное, она конечна. Она имеет смысл, но только если бы она бесконечна была. И говорит, там ты не мог попасть в Абдулова, и ты бы жил вот вечно, что ты делал. Абдулов понимает, что она, как бы, это вообще ничто, что мы тут живем, она создана, лишь бы не грызть свои дьявольские, чтобы питать воду Абдулова. Я думаю, вы вам чего угодно ставите, если надо делать, приносить ему Абдулу дары, он вам все это в жизни даст, потому что это ничто, он знает, он все равно знает, что все, что вышло из коробки, вернется обратно в его коробку, в его ад. Потому что он это выпустил, чтобы было обратно сейчас собрать, но он сеет, он и пожинает. Это вся жизнь, это все, вы думаете, что-то лучше становится, что компы, какие-то миллиарды долларов тут придут, чего? Нет, нет, это все одна большая игра. Вы не можете понять. Абдулов пытался вам сказать, вы не хотели слушать. Его нельзя остановить, это просто игра, в которой нет победителей. Нужно только срочить свои путки в одну Абдулова, и выбора у вас нету. Вы обязаны делать то, что он говорит, не баран. Понимаете это? Это очень серьезно все. Чего смысл жизни в чем? Вот вопрос. Только что я не смотрел. Смысл в бибаране. Смысл в бибаране. Жизни нету. Жизнь уже можно заменить словом бибаран. Вся жизнь это бибаран. В ней истолкованы все правила. Все, все. Она вся уже расшифрована, жизнь бибаране. Что значит, для чего что делать, что нам делать. И что не делать, и как жить, и что будет, и что не будет, и как все устроено, по-научному. Все больше не нужно таких вопросов задавать, уже все ясно, каждому объекту, мы не будем подойти, скажи, хорошо обученному. Да. Там расскажи про себя, пишет Бобер 720, там как они. Я простой человек, которому снизошел Бибаран, который увидел Бибаран, который написал Роман Тарелков. Я прочитал и понял, что книга священная, меня Абдулов повел, как одного из первых. И я не какой-то там не пророкный человек, я обычный объект. Каждый объект это автономная церковь, которая должна действовать сама и никого не спрашивать. Она будет довольна, будет зло и действует согласно тому, что она делает и как это описано в Бибаране. Вот так вот. Я простой объект, вы просто должны брать меня с пример. А я должен брать пример с вас, если вы что-то делаете, что я не делаю. И так как Бибаралия будет развиваться и захватывать все, недолго осталось для следующей организации. Мы будем участвовать в следующих выборах. Сначала Москва, потом Россия, а потом Европа, потом Азия, а потом весь мир, потом вся галактика, Альфа Центавра, все. Победа близка. Мы хотим создать идеальную систему. Мы почти ее создали. Идеальная. Она рядом, за нее только просто дотянуться. Мы ее берем и запускаем. Она рядом, просто возьмите ее, встаньте сейчас, если это не адепт, поставь аватар себе и делай добро. Если ты адепт, то делай еще больше того, что ты делаешь. Один адепт великой силы, я один все это устроил, я один. Когда я начинал, все говорили, 4 месяца первых начальник, вообще ни одного другого не адепта ко мне не присоединилось. Все говорили, что сумасшедшим, что псих, брата одни писали, вообще все нас, от них все знакомые отвернулись, сказали, что сумасшедшим, никто это не воспринимал всерьез. Только даже не обжали, просто говорили, что дурак. И сейчас мы видим, что Абдулов показал, что это правда, что правда, а кто заблуждался. И так будет и еще дальше. И все познают силу Бибарана, все познают силу абдулонирования. Мы живем в удивительное время. Когда можно так жить? Когда подъем и Абдулла религии, новой религии, которая все захватывает абсолютно, которая ничего нельзя противопоставить, которой все враги падают на колени перед ней. Все дрожат при слове Абдулов и его ника в конвульсиях. Анша Абдул, братья! Анша Абдул!